Добрый день. Сегодня у нас головоломка под названием Rockball от компании Sengsor. Ну, бывшее название Sengsor. Мы видим такой вот пластиковый бокс, на котором что-то вот тут изображено. Из всего этого мы можем увидеть только наименование бренда, логотип, Magic Cube, хотя это вовсе не куб, ну и Free Play, мультивариант стайл. Ну, короче, по-разному можно играть. Открываем пластиковый бокс. Достаем вот такой вот шарик. Внутри, ну, это то, что мы снаружи видели, больше никакой информации. На донышке куча иероглифов. Ничего полезного. Откладываем бокс в сторону и смотрим на головоломку. Это так называемая гравитационная головоломка. И для того, чтобы в нее как-то поиграть, нужно сначала открыть вот этот шарик. Мы видим, что лежит внутри бумажка с инструкцией, которую не видно, если шарик не открыть. Эта головоломка у меня уже месяца два. И месяца два она лежала без действия. Суть в том, что этот шарик очень тугой. И понятно, что его надо открыть. Здесь нарисованы какие-то стрелочки, которые могут намекнуть, что как-то его сдавить, надо что-то сделать с ним. Купил я это дело за компанию, и особо времени мне на него не было, поэтому я все откладывал подробное разбирательство с данным предметом. Поскольку головоломку нельзя использовать, пока вот эта бумажка не извлечена, какого-то понимания во вращении не было. То есть здесь вот такое не верти, оно не меняет положение. То есть первая головоломка – это открыть сферу. Но на самом деле здесь все достаточно бесхитростно. Лозунг «Сила есть, ума не надо» нам здесь поможет. Я заказал две такие головоломки. Одна останется не вскрытой, будет призом на неофициальном чемпионате в Тамбове. А вот эту я вскрыл. Что для этого потребовалось? Просто приложить побольше усилий. Вот так вот головоломка выглядит изнутри. Можно выложить вот эти вот предметы. Мы понимаем, что здесь пирамидки, которые есть цвет в основании, грани разных цветов. И все эти пирамидки одинаковые. Поэтому порядок, в каком их загрузить обратно в шарик, абсолютно не важен. В чем суть? Загружаем мы обратно вот эти вот детальки. Ну, я их загружу так, чтобы они были в собранном состоянии. Не уверен, что они соберутся, если загрузить не в таком. Так. Так. Допустим, вот так. То есть вот это вроде бы собранное состояние. Закрываем обратно. Как-то перемешиваем. Достаточно громкая головоломка. Мне все время почему-то хочется назвать это бирюльками. Играть в бирюльки. Ну вот, как-то запуталось. И теперь нужно это все дело собрать. Видим синий. Хотя бы какой-то один цвет. Видим два синих, два зеленых. Видим три красных, один синий. Какие-то алгоритмы здесь выдумывать я не пробовал, но вот красные собрались. Я не уверен, что если изначально их сложить туда каким-то другим образом, можно их также собрать. Быть может, это и возможно. Но как бы собрали красный цвет, можно пробовать собирать другой. Наверное, так. Если у этой головоломки есть еще какой-то тайный смысл и вам он известен, напишите, конечно, в комментариях. Возможно, я не раскрыл функционал этой головоломки полностью. Но главный секрет, чтобы раскрыть сферу,
надо приложить больше сил. Она не ломается, просто очень туго открывается. Ну, туго только первый раз, а потом она уже открывается достаточно легко. Вот эти стрелочки показывают, что, ну, как вращать головоломку, чтобы что-то менялось. Да, и что было внутри? Вот эта вот картоночка с логотипом компании мешала вращению головоломки. И здесь вот типа инструкции. Откройте сферу, заберите карточку, закройте сферу. Если их изначально не выкладывать на стол, то проблем быть не должно. На самом деле головоломку можно использовать и не вынимая из пластикового бокса. Все равно здесь все видно. Можно вращать. Как бы двойная защита. Но видно чуть хуже. Вот такая вот интересная головоломка. Это не твисти пазл, а гравитационная головоломка. Возможно, кому-то это будет интересно. А в продаже есть далеко не везде. Даже там, где я это приобрел, она уже больше не в наличии. Ну, я видел, в России продается. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.